следующем, в будущем скакать было удобно. Но опять же, тут есть тамплиеры с ведрами на голове, которых надо убивать. Вот. Ну, это опять же для полной синхронизации. Если не ошибаюсь, 60 штук, что ли, по всей карте разбросано. Где-то в городах. Остановите его! Я тебя поймаю! Поймаешь ты меня. Ловец нашелся. Хватит бегать, тебе все равно не уйти. Я хорошо знаю город, я найду тебя. Да. А ты голову вверх-то не пробовал поднять? Найдешь ты меня. Искун. Так, вот еще одну вышку открыли. Осмотрелись. Действительно красиво. Ладно, в городах еще красивее будет. Так, где моя лошадка? Ну и шайтан с тобой. Ты проклятый лошадь, от него не скроешься. Лошадка. Вот она. Есть лошадка. И чего вы меня не любите? Я только заехал, и сразу не взлюбили меня. Не убил никого, ничего. Вот, кстати, тут лазите, вот здесь тоже... Пожалуйста, следите. Да, эти его флажки можно собирать вот здесь. Да, размечтались. Я убегу, ускочу, улечу. Но на тебе никогда не женюсь. Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт. Убейте его! Убейте кого? Меня? За что? Я славный парень. Вы почему меня все хотите убить? Я вот вас не хочу убить, а вы меня хотите убить. Еще и меня маньяком называете. Ай-яй-яй-яй. Вот где справедливость? Где справедливость, я вас спрашиваю. Итак, среди гор и скал мы добрались. Тихо. Да. Утекай потихонечку. Уходим с поля зрения. Чтобы нас никто не видел. И выше, и выше, и выше. Хоп. Вот еще одна вышка. Открываем потихонечку карту. Это мы практически приехали. Вот так, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ну тут еще потом. Нам все равно ехать туда. Поэтому успеем открыть еще. Вперед, вперед. Только вперед. Где у меня лошадка? Да, я лошадку у вас украл. Но не убивать же за это человека. Блин, ну куда мне тут ехать-то? Вот. Налево повернем. Вот сюда. Давай. Там еще вышка одна. У нас получается, вот здесь стоит. И приедем к городу. Вон она. Вперед к вышке. Лагерь. Да нахрен ты, на лошадь залезь. Вот так. Пока никто не видит. Меня никто не видит? Никто не видит. Есть, конечно, подозрения. Но это только их мысли, домыслы и догадки. Как говорится, вор не тот, кто ворует, а тот, кто попался. Почему запрыгиваешь?
Я не понял. Козел какой. Ну тебя контролировать надо. Игу. Вперед. Так, где лошадка? Так, вон лошадки. Да тихо вы. Вот такое я дадим. Ты от меня не уйдешь. Да тихо ты. Уйди. Давайте бежать, тебе некуда. Как некуда-то? Ну я же куда-то бегу. Да. Так что вы ошибаетесь. Мне есть куда бежать. Вон. Я уже близко. А вы меня не догоните, не поймаете. Не догонишь, не поймаешь. Главное, ты не спрыгивай, только слушали. Если вас обнаружили, резко поворачивайте и забирайтесь на стены, чтобы скрыться. Сохранение. Так, прибыть в город. Нормально. А как нам в него попасть? Надо помочь вон тому мужичку, которого шпиняют там эти придурки. Не трогай меня, пожалуйста. Так, у меня что? Я ни в чем не виноват. Зачем ты уйди это делаешь? Уйди с дороги. Гнусный неверный, неверный, умри! Давай, да. Да. Еще разок. Да. Рассказывай мне. Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. Давай, давай. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. Уж постарайся. Вон они. Мои помощники. Подходи. Ну подойду и чё? Чё ты сделаешь? У меня есть всё, ну, что тебе нужно, я уверен. Взгляни и убедись. Давай. Господин, у вас такой вид, будто вы что-то ищете. Вот так. Вы найдёте всё. Вот так мы и пройдём туда. Под прикрытием. Похож на монаха прямо-таки. С мечом. В красном кушаке. Здесь найдешь все, что тебе нужно, друг. Абсолютно все. Подходите, смотрите, вы останетесь довольны. Я и так доволен. Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Что-то понравилось? Все расступились. Разошлись. Вот так вот. Попадаем в города. Под прикрытием. Можно, конечно, с боем прорваться, но это долго, муторно и сложно. Так, мне надо сейчас осмотреться. Вон вышки. Проконтролировать. О, смотрите, опять флажок. Ну что ж, на этом все. Спасибо, ребятки. Где у меня карта? Вот первая точка. Первое, то хватит. Помогать надо мне людям. Больно. Ты ничто. А вот я вернулся. Я отсеку тебе голову. Тихо. Да. Убийца! Да. Да. Здесь убийца! Вернись сюда! Да. Со мной! Тебе не победить! Поговорим. Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. Все, мне теперь будут помогать. Вот там прикрытие еще. Готово одно. Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Все это необходимо, потому что они в итоге будут очень полезны. Слава Салам!
А на крышах пока нету стражи? Пока нету стражи на крыше, ладно. Выше. Еще разок. Еще выше. Красивый город. Очень красивый. Так, кого-то тут надо подбить, избить, допросить. Давайте посмотрим. Кража. Но с другой стороны находится, ладно. О чем он только думает? Да ни о чем я не думаю. Подходите, подходите. Большая распродажа. Друзья мои, ваши пальцы... Ты все понял? Да. Доставить письмо вашему другу-торговцу. Ты знаешь, кого искать? Того же, кого и всегда. Не вздумай выдать мое присутствие в городе. У нас много глаз, много ушей. Дай много рук, чтобы затыкать тех, кто много болтает. Я все это знаю. Даю слово. Молодец. Ладно. И побыстрее, у нас мало времени. Добрый день, дорогой друг. Так, это полезная информация. Пожалуйста, не стесняйтесь. Подходите, смотрите, вы останетесь до большого куча торговцев и не дошел ничего нужного? Поверьте, здесь такого не случится. Только сегодня скидки на все товары. Давай, кража, кража, кража. Подходите. Так, украли. Украли, ушли. Друзья мои, ваши поиски закончены. Вот такая хлебная карточка, которая была, и кончилась. Так. Теперь спасти горожанина. Ну, давайте спасем. Здесь все, что нужно. Где ты, горожанин? Умри, вон. Делайте же что? Умри, не умри! Остановите их! Да! Давай, нападай. Вот так. Черт, это так вовремя подошли. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Вы найдете все. Кто? О, вот эти самые нужные ребята, кстати. Так, отсюда мы идем на вышку. Поверь, здесь такого не случится. Давай. Здесь найдешь все, что тебе нужно, друг. Абсолютно все. Что? Что-то понравилось. Что это? Что это? Она, ну, правильно бегу. Хоп-хоп. Вот она. Вышечка. Ну. Выше. Нам надо еще выше. Так. Осматриваем горы. Город. Блин, вот это такой, ну, не паник, кто не рынок. Такой большой пипец. Так, ну, что это у нас? Еще кража. Кража. Идем красть. Нужно что-то делать. Это дело времени, рано или поздно об этом узнают. Но скажи ему, безопасность рынка в его интересах. Он не будет слушать. Он слишком занят этой новой сделкой. А стражники? Уже пробовал. Если нет приказа от Тамира, им просто плевать. И что будешь делать? Пойду к Абуальну к воду. Королю купцу? Ха, он тебя не примет. Это не нужно. Я написал обо всем в письме. Он прочтет его и сам решит, что делать. Я к твоим услугам. Мог бы извиниться за это. Да сейчас. Никакой извини от меня ты не услышишь. Вор! Грязный вор! Вот, а я чистый вор. Что я тебе сделала? Скажи на милость. Ты смеешь
меня на глазах. За это ты поплатишься жизнью. Прекрати, ты делаешь мне больно. Так, поможем. Тебе не стоит стоять. Не верь жизнью. И за добром не платится. Помяни меня. Спокойно. Спокойно. Блин. А еще не столько, сколько опытен, да, получался? Спокойно. Я смогу. Их осталось всего лишь двое. Да. Вперед. Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они его совершили задуманное. Так, держали его спас. Крутые парни подошли. Вот, это мне нравится. Итак, мы наконец встретились. Так, надо еще вышку открыть. Открываем следующую вышку. Какая безответственность? Смотри-ка. Надо подготовиться, чтобы я был во всеоружии, когда приду, чтобы уже сказал: красавчик, ты все сделал. Что там? Трагедия. Ну да, трагедия. Это все ненавидят Криса, там у них священник был. Трагедия, трагедия. А где он? А вот он. А где он? А вот он. Будьте бдительны, друзья. Шайтан всюду вокруг нас. Шайтан. Вот тебе и шайтан. О, еще одни ворота. Если что, сваливать можно через них. Так как можете. Помочь. Поможем. Слава Салахаддину. Отойди. Он нашел в себе силы встать на защиту. Смей меня раздражать. Неверно, это сейчас ты умрешь. Но. Только не заруби горожанина там. Отрублю голову, я тебя поймаю. Но. Ой. Ой, вам подмога пришла. Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. О, нет, это не опять. Так, что у меня еще есть? Так, у меня еще вышка есть. Тут. Все по порядочку. Да, именно так. Вот, флажок. Я к твоим услугам. Это прекрасно, что ты к моим услугам. Подходите, синхронизация. Подходите. Большая распродажа. И главное, стражника не сбить. Здесь все, что тебе нужно. Это самое главное. Потому что ты они козлы видел, только. Мне не думать закончены. У меня есть все, что вы можете. А что, я не сползались? Ладно. Я думал, я настолько крут, что везде могу залезть. Очень странный тип. Вот так, вот. Так, а мне куда? Ой, мне прыгать придется. Потому что я лохогуза. Вот, вот, ну-ка посюда, вот посюда. Опа. Хоп. Вот так. Идем аккуратненько. Ух ты. Это что за башня такая круглая? Вообще, чтобы как человек подняться там, внутри. Ты заплатишь за свои грехи! Давай. Что ты сделал? Ну что ты сделал? Шарик. Да. Поднимайся давай. Оглянись, осмотри достопримечательности. Умница.
А теперь прыжок веры. Так, это что у нас? Задание информатора. Точка. Точка обзора. Давайте точка обзора сначала. Потому что она где-то здесь. Точка. Нет, я думал, что это я слепой. Если мы не будем знать местность, у нас очень мало чего получится. Так, там кого-то метели, что ли? Это Бонна! Перестань! Вот самое что удивительно. То же самое все. С одной стороны можно залезть, с другой никак. Вор. Умри, вор. Почему вор? Она же баба. Воровка. Сметь. Смеет и крадет. И как ты правильно заметил, у тебя на глазах. Потому что глаза у тебя бесстыжие. Так, задание информатора. Что плохого я тебе сделала? Сюда, скажи на милость. Вор! Грязный вор! Что это? Да. Сейчас ты умрешь. Да. И у меня ты. Да. Неверно, догоню тебя. У тебя нет ни малейшего шанса. Тебе конец. Аллах. Раз. Да не пили, берешь ты его падать. Быстрее, ну не помало. Спасибо, я найду способ отплатить тебе, клянусь. Пошлите за подмогой. Вот они, видите, какие они полезные. Я убью тебя за это. За это ты поплатишься жизнью. Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного? Поверь, здесь такого не случится. Давайте сначала от них спрячемся. У меня есть все, что тебе нужно, я уверен. А потом спасем горожанина. Добрый день, дорогой друг. Если я чем-то могу тебе помочь, пожалуйста, не стесняйся. Иди мне, я скажу, что тебе нужно. Друг, что ли? Тебе конец. Но. Первого заруби. Второго заруби. Третьего не можешь зарубить так. Нет. Не надо, не надо кричать. Блин. Ты бы уберет из тупика. Два замаха в пустую. Заруби. Спасибо. Спасибо. Я найду способ отплатить тебе, клянусь. Скорее сюда. Этот человек. Посмотрим по карте. Ну все, вроде. Сейчас открою точки. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.